Провести переговоры не в кабинете, а буквально на рельсах решили, чтобы наглядно оценить, насколько трамвайные пути в Улан-Удэ устарели. Всего их протяженность более 55 километров, половина находится в аварийном состоянии. Некоторые участки не ремонтировали 45 лет. Деревянная шпала, которая вообще хранится, ну, может в земле пролежать, это максимум 15-18 лет, она превращается в труху. То есть наши рельсы, получается, ничего не держат, кроме там металлические поперечные тяги на болтах. В год трамвай перевозит 11 миллионов пассажиров. На сегодня это самый недорогой общественный транспорт в Улан-Удэ. Сейчас в технопарке имеется 58 вагонов. 34 из них подлежат списанию, поскольку им более 18 лет. Для обновления всей системы необходимо более миллиарда рублей. Городские власти предлагают начать с малого. И вот мы бы просили депутатов, мы подали заявку, значит, правительство, на 77 миллионов на тот участок, который мы вот только что посмотрели, на улице Терешкова. Это прямой участок, ну, аварийный, там практически нет шпалы. Я думаю, что мы будем стараться сделать все для того, чтобы помочь городу в этом вопросе. Тем более, учитывая, что все-таки год юбилейный, и нам нужно какие-то подарки городу сделать обязательно. Сейчас письмо с просьбой выделить средства на ремонт этого участка находится на рассмотрении у главы Бурятии. Ирина Ревенская, Жаргал Цариндашиев, Новости дня.